Майкл Джексон жив. Лайк, подписка. Дыщ. Официальная версия гласит, что он умер от передозировки сильнодействующими препаратами. Первый странный момент. В отчете о вскрытии графа «Причина смерти» не заполнена. Также в интернете писали, что скорбь родственников Майкла Джексона была наигранной. Но это все субъективно, и желтая пресса любит всю эту тему раздуть. Ну а теперь самое интересное. Кладбище, где похоронена звезда, тщательно охраняется. Туда невозможно зайти абсолютно никому. Но ходят слухи, что одной из журналисток туда удалось проникнуть и поговорить с охраной. И один из охранников раскрыл очень интересный момент. Он сказал, что на самом деле Майкл Джексон здесь не похоронен.